Заседание штаба по комплексному развитию региона открыл губернатор Алексей Русских. Глава региона начал с подготовки к празднованию 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Я прошу еще раз всех глав муниципальных образований проверить готовность к празднованию, обеспечение безопасности и проведение мероприятий, оформление и чистоту населенных пунктов, состояние памятников воинам. Прошу вас, этих ветеранам, лично поздравить каждого. В Ульяновске концертная программа будет организована в городских парках. На площади Ленина 9 мая будет работать музей под открытым небом. Впервые шествие бессмертного полка пройдет в онлайн и офлайн форматах. Ожидается, что будет не менее 50 тысяч участников. Значит, весь маршрут шествия будет огорожен и будет сопровождаться сотрудниками правоохранительных органов. По маршруту шествия участников по обеим сторонам улицы Гончарова будут работать творческие площадки, организованные детскими школами искусств и учреждениями культуры. В Ульяновской области продолжаются работы по благоустройству дворовых и общественных пространств. По государственной программе «Формирование комфортной городской среды» в Ульяновской области. Мы уже начали реализацию федеральной программы по комфортной среде. В этом году у нас планы в целом по региону сделать 90 дворовых территорий и 16 общественных пространств. На сегодняшний день, за исключением двух общественных пространств, подрядные организации все вышли. Я ранее уже вам рассказывал, что конкурсы все состоялись, что подрядные организации на все объекты определены. И на сегодняшний день у нас на 15 уже общественных пространствах работают. На заседании также обсудили подготовку к летней оздоровительной кампании и организацию безопасности в образовательных учреждениях. В этом году регион возвращается к полноценному детскому отдыху в очном формате после 2 лет ограничений, связанных с пандемией. На сегодняшний день 100% лагерей, которые контролируются Роспотребнадзором Ульяновской области, подано заявление на получение санэпидзаключения. Это важный и первый этап для того, чтобы и родители, и дети были в полной безопасности относительно санитарно-эпидемиологической ситуации. Из 26 загородных лагерей в 24 охрана будет осуществляться частными охранными предприятиями. 2 лагеря охраняются сторожами, но им рекомендовано перейти на работу с охранными предприятиями. Что касается безопасности школ и детских садов, сейчас проводится проверка работоспособности тревожных кнопок. Совместно с психологами разрабатывается антикризисный план. Губернатор Алексей Русских поручил правительству проработать инициативу об обязательной охране всех образовательных учреждений региона Росгвардии. На заседании штаба по комплексному развитию региона также обсудили ремонт дорог, организацию движения на кладбище во время родительских суббот, ремонт моста через Свиягу и выделение дополнительных 7 миллионов рублей из бюджета детским оздоровительным лагерям. Валентина Никонова, Сергей Кудаков, Ол Правда ТВ.